Всем привет, с вами дядя Никит. Сегодня с вами будет Вагерматч против Макуарка. Желаем удачи. Это видео сразу говорю из Телеграма, поэтому подписывайтесь на мой Телеграм-канал сразу же перед началом этого видоса. Именно там все самое интересное проходит, особенно здесь. Вот, поэтому все, начинаем матч. Этот матч я записывал без вебки, этот матч я снимал полностью с музыкой. Но происходило очень много всего интересного, поэтому рекомендую прямо сейчас уже взять чаек, что-нибудь еще такое, и начать просмотр этого видоса. Также у нас оборвался матч, так что после 65-й минуты первого матча мы сыграем оставшиеся 25 минут уже во втором матче. Мы договорились, то, что там первые 25 минут мы играем, потом уже просто ливаем с матча. Вот, и поэтому вот, короче, смотрите, и не удивляйтесь ничему, что вы увидите в этом ролике. Thank you.
Я проиграл 1-2, в целом не по игре, потому что я создал больше моментов, чем Макуарк. Я пробил больше. Ну, там на 1-2 удара получилось побольше. Но, к сожалению, не получилось мне его Влаховича полностью заблокировать. Смотрел его игру против Ромикса, где он его выиграл 7-0. И мне не хватило, наверное, какой-то там скорости, блядь, нажатия кнопок. Потому что, насколько я знаю, Макуарк играет даже не на кнопках, он играет, короче, этапами. То есть он нажимает, бежит, короче, это... какие-то, блядь, читерные штуки, вот. Пропустил с навеса, навес никак не контрить в этой игре. А второй гол я тоже пропустил с навеса, поэтому тоже это никак нельзя было сконтрить. Но все моменты Влаховича, которые там были, пробили, я думаю, вы обращали внимание, я пытался контролировать, блядь. Ну а свой гол я никак комментировать не буду. Я запрессинговал, типичная барселоновская игра, типичный барселоновский прессинг, забитый гол 1-0. И, к сожалению, я проиграл 1-2, я отправляюсь в стату 1-1, и увидимся уже в третьем туре.